Всех приветствую на своем канале. Не прошло и полугода, Лёля решила таки провести очередной конкурс. И призами будут вот такие замечательные открыточки, 3 штуки. И решила я их отправить в конвертиках по России. В таком случае могут участвовать от мала до велика все, кому захочется. В общем, почему именно такая открыточка? Где-то перед Новым годом наша команда Rain Drops проводила конкурс среди читателей. Мне это как-то дало идею. Одним из призов были открыточки. По-моему, с персонажами манги, из манг, которые мы переводим. Тут же у меня фоном манга, которую я перевожу сама. Я не уверена, что особо много из моих зрителей, то бишь вас, дорогие подписчики, увлекаются манго, читают мангу, но решила, что в принципе, как маленький презент от меня, это вполне такой нормальный вариант. И вообще, у меня долго-долго в голове зрел суть конкурса, какие-то там условия, еще что-то. Человек, сделавший дизайн канала этой самой заставки, вот этой вот самой картинки, меня как-то так еще... Вроде как какие-то идеи, мысли мне давал, вроде как-то даже частично подначивал, но в последний момент вдруг сдулся в этом плане, и пришлось мне как бы решать самой. Ну, правда, с двумя людьми я все же досоветовалась. Решила я, что условия будут довольно простые, ну, на мой взгляд. В общем, если вы хотите вот такую вещь от меня, то, кстати, еще эту вещь для меня. Я же проводила 2 опроса в группе своей, вот этой ВКонтакте, посвященной этому каналу. И был вариант там письмо от Лёли, если проводить какой-то конкурс, вроде как вариация приза, да? В принципе, если у получившего частично рандомным путем вот такую вот открытку, да, вот выпадет кто-то, и я скажу, вот вам открытка, вы скажете мне, Лёля, хочу от тебя письмо, то я, в принципе, могу написать письмо еще для весок. Ну и мне просто идея такая показалась интересной, вот как письмо от Лёли, ну мало ли кто что хочет. Потом проводила опрос чисто вот на именно вот на такую открытку, и у меня 6 человек сказали, да, вот мы хотим. Я решила, что почему бы и нет. Ну и вот сами условия конкурса, я вообще себе тут шпаргалку написала. Ну, конечно же, первое условие, беспрекословное, это надо быть подписчиком моего канала. Причем надо быть так подписчиком, что, допустим, если вас выбрал генератор случайных чисел, я прошла на вашу страничку Ютуба, и там было видно, что вот подписано среди вот кучи людей, там или 2-3 человек, именно чтобы был мой ник. Потому что иногда бывает, вот тнешься на страничку человеку, не знаешь, подписан он на тебя или так не вошел. Потом, соответственно, человек должен жить на территории Российской Федерации. В любом месте, но именно на территории Российской Федерации, потому что конверт у меня исключительно по России. Вот так получилось. Это второе условие, то бишь первое быть подписчиком, второе жить на территории Российской Федерации или находиться на момент получения письма на территории Российской Федерации, может, какая-то родня там есть, раз приехали в гости, а тут письмо. Потом еще одно основное условие – это сделать репост в любую социальную сеть или даже блог, но так, чтобы, допустим, я прошла по вашей ссылке, да, вам придется написать комментарий со словом «участвую» и ссылку на ваш репост, и чтобы я прошла по ссылке, и он был, как бы эта страничка была открыта. У меня мой самый первый конкурс был такой момент, что ссылка вроде была, но куда эта ссылка вела, непонятно, и я вот решила избежать в этот раз таких ошибок. Но и в будущем тоже. В общем, социальная сеть, если с вашей страничкой, точнее, ваша страничка в социальной сети или там в блоге в каком-то, это должно быть с открытым доступом, чтобы я прошла и посмотрела, да, о, висит этот репостик. Ну и это 4 условие, это, естественно, написать комментарий со словом «участвуй», со ссылкой вот на это все действо. Это 4 основных условия. И, скажем так, 2 дополнительных условия чисто по желанию. Можете ответить на вопрос. Моя любимая манга то и то. В таком случае, если у вас вдруг есть любимая манга, то можете написать там не одну любимую мангу, можете написать 2 любимых манги. И второе тоже как бы дополнительное, но не обязательное условие –
Можете подписаться или быть подписанным на мою страницу ВКонтакте, посвященную этому каналу. Так-то, в принципе, если у вас есть аккаунт в Одноклассниках, я никого там не френджу, чисто оставляю в подписке. Если у вас есть аккаунт в Инстаграме, я тогда говорила, что хотела провести конкурс еще в Инстаграме, если наберется приличное количество людей, но мне в личку тогда написали только 2 человека, к сожалению или к счастью, поэтому конкурс будет чисто на YouTube. В общем, если у вас будет, допустим, в комменте еще там ответ «Я люблю мангу такую-то», и вы попутно будете состоять в моей группе ВКонтакте, сейчас там 130 человек, включая меня и еще 4 друзей, одна из которых второй ленивый админ этой страницы, то у вас, в принципе, в каком-то плане возрастут шансы на открытку, потому что первые 2 человека я буду определять рандомно, а третьего уже... Вот понравился мне ваш коммент, я решила, что вот хочу вот всю... Жизнь как не могу, хочу именно вам послать вот свою эту открыточку. Если же у меня на этом конкурсе будет не особо много участников, то я всех 3 победителей выберу методом волшебного тыка. То бишь, как мне захочется идти именно со мной. Ну и, в общем, наверное, на этом я закончу. Покажу еще раз эти вот... Такие вот открыточки, да, на обратной стороне, соответственно, конечно, от руки. От левой руки напишу вам какое-нибудь пожелание или что-то такое памятное. Такое я. Ну и отправлю в конвертике. И думаю, конкурс это срок у него, так, чтобы, допустим, определить и на следующий день отправить. Я думаю, до 9 февраля вполне нормально. Вроде как и посмотреть все, кому не лень, успеют. И желающие, если захотят, объявятся. Ну и условия конкурса я на всякий случай продублирую в инфобоксе. На тот случай, если я тут так как-то сумбурно, как обычно, говорю. И, возможно, кто-то что-то недопонял. Всем спасибо за просмотр и пока!